Да, конечно, я рад оказаться в Реал Сосьедаде, в большом клубе в Испании. Я всегда мечтал играть в таких клубах, поэтому я очень рад и надеюсь, все получится. Знаю, что это один из самых красивых городов Испании, и то, что футбол здесь очень сильно любит, и Реал Сосьедаде. Знаю, что всегда следил за испанским футболом, знал, что это большой клуб с огромным количеством фанатов. Вот. Буду сейчас выступать в Лиге Чемпионов, поэтому много чего знал, следил, и поэтому... Ну, как поступило предложение от Реал Сосьедада, то я много не думая попросил, чтобы именно вот Реал Сосьедад получился перейти туда. Мне нравился всегда испанский футбол, там даже Барселона мне очень давно нравилась, поэтому Гвардиолы, поэтому всегда следил за Испанией. Но изначально адаптироваться в команде, чтобы это случилось как можно быстрее, и закрепиться в стартовом составе и помогать команде своей игре. Ну, конечно же, занять как можно больше места в чемпионате, высшее место, и ставить самые большие задачи в Лиге Чемпионов и поиграть там, выиграть матч. Nos vemos pronto, au Real!